Всем привет, это Максимус Плей. Да, это вторая часть по Survivo. Через 2 часа будет новый режим. И знаете какой? А может быть пустыня, может быть кобальт, но не картофель и не 50 на 50. Потому что, ну блин, знаете, это редкий режим, 50 на 50 и картофель. То есть, давайте поиграем в леса, например. Вот в леса. Как раз вы видели, да, прошлую часть. Если не видели, то ссылка в описании. Блин, о, нормально. Забирай, мне не жалко. У меня есть такой шлем. Так, если что, музыку могу подключить. Кому надо. Насколько? Не, я не хочу. Может быть, будет громко там, будет... Мой голос нормально такой, я проверил там запись. Нормально? А чё? Хорошо. Ну, давайте. Поиграем. Что? Либо это будет стрим, либо это будет видео. Потому что, ну, блин, могу стрим записать, а что? Ну, давайте стрим запишем. Мы больше всего стримы записывать. Да. Так, отдайте мне патроны, пожалуйста. Блин. О, спасибо. Спасибо. Так, и мне нужен типа дробовика или чем, типа отстреливаться других. Нубики. О, ястреб. Ну как раз не по делу. А не, могу спас. Не спас. Я, конечно, не знаю, сколько там записывается, потому что я не вижу. Это не бандикам какой-нибудь, бандикам. Давайте проверим. Если не могу, ну давайте проверим. Потом проверим. Если будет там 10-20 минут, там, ну блин, нормально, а чё? Да, буду продолжать, короче, запись. Если будет там больше 40 минут. И чё, у меня так. А, у меня нету ястреба. Я думаю, у меня спас. Ой, у меня ястреб. А, у меня спас. О, спасибо. Мача луч. Какой классный костюм. Прикольно. Хочу сказать. Извините, что вебки нет. Что... Потому что OBS, всякие дела. Могу, конечно, вебку подключить, но... Ну, поделаешь. Я не хочу свое... О, у него топор с кровью. Эй, отдай. Отдай, пожалуйста. Пожалуйста, отдай. Нет? Не хочешь отдавать? Откуда у них этот тролл, блин, фейс, тролл фейс? А? Откуда? Вот вообще откуда? А у него МП-220. Давайте его, я уже почти убил. А? Я понял. Ребят, если вот... мои тиммейты не выжили почти. Красный выжил. Ну, красный сейчас умрет и все. Тут даже нечего говорить. Я знаю, что он сейчас умрет. Откуда тут это дерево вообще? Откуда? Я даже не знал, что здесь эта массина Нагана здесь есть. Это вообще какое-то везение. Ой. Вообще, ребят, везение. Оп. Так. О как. Позвать моих тиммейтов сюда. И что я сделаю? А, понятно. Ока. Оп. Да вот так. Окей. Окей, хорошо. Верно,
Ах ты, убил моего тиммейта, блин. А, зачем? О боже мой. Блин, они сами хилятся. Они сами хилятся. Слышно клавиатуру? Да слышно, наверное, блин, громко. Ща, на 20-ку ставлю. На 22. Слышно? Блин, мой голос, наверное, не слышно. Вот так, все, все. А музыку, наверное, не слышно, да? Не слышно музыку? Алло, не слышно музыку? Или слышно? Я не понимаю. Окей, понятно. Топ. Он все забрал. Ну как? Ой-ой-ой. 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 Что от меня надо? Что от меня надо? Спасибо. Спасибо. Не, они на нем. Хилы дайте. Хилы. Какая газировка-то чё? Нахер мне сода? Нафиг мне она нужна. О, у них аирдроп есть. О, точно. Блин, здесь... Ча, восклицательный знак здесь поставлю. Окей. Ча, не надо. Не надо его убивать. Не надо. Сычу. Ок, давай. Окей, я этого убью. Окей, я его сейчас возражу. Этих я убил. Опа! Усус, усус, усус. Всё. Перезаряжу. Так же. Угу. Я-то попал. Хорош. Хорош, что могу сказать. Идиот. Ой, он. Акс. Прекрасно. О, ок. Блин, я думал, я не умру, потому что, ну, блин. Я же в одежде вообще офигенный. Да! Эй, алло! Да ты чё? Да алло, ты чё? Ребята, вы вообще встречали таких тиммейтов? Я вообще никогда не в сегодня не представлял таких тиммейтов. Они просто меня бросили на последней секунде. На последней миллисекунде. Ага, не надо сердечко мне ставить. Ты в этой игре меня не возродишь. Да-да-да-да-да. Вы это видели? Боже мой. Ок. Тебе аптечка не нужна, да? Мне вообще не нравятся такие тиммейты. Отдай. Или я умру. Молодец. Нет. Нет. Не надо меня возрождать, Эдгарик, да. Тупо чил. Ок. Ну, уже аирдроп забрали вообще. Да все, у меня вообще нету шансов.
Да... Да what the fuck, что за тиммейт? Просто what the fuck was there? What the fuck was there, I think? I think that was impossible. Well, for me, it was impossible. Impossible for teammates. Да, я что, русский? I'm Russian. Да я не, блин, не английский, я говорю. Все меня считают английским. Чё за говно, я не понимаю. Алло. Алло. The fuck. О. Да и что? Какой там? Это здесь вообще обычно тело. А что из них падает? Да, короче, зеленый, из зеленых ничего не падает. Короче, я ливаю это говно. В классический лучше поиграть, там соло я могу поиграть, соло. Тогда будет нормально. О май гад. Еще лучше, кстати, кстати, тут еще лучше пистолет, можно найти. Только не гроза АС, пожалуйста. А, ну здесь уже все залутали, да? Он самого себя убил, ё-моё. Да что я-то сделал, алё? Да what the fuck? Боже мой, гроза С, я так и знал. Гроза С, опять гроза С. Ну какого хрена? Дайте мне что-нибудь нормальное. Ну что это за хрень мне попадается? Всё, какая гроза С? Мне она не нужна, ребят. What the fuck? Диего? Вы это видели? Вы это видели? Давай. Не бойся, чё? Я не понимаю, нахер он этот фокус расстравлял? Идиот что ли какой-то? Тупой какой-то вообще, идиот. Ну. Блин, я вообще его не нанес хп вообще ни одного, наверное, ни одной жизни не нанес ему. А он этот фокус расстравлял. Это я знаю, что... А что от меня-то надо? У меня нету пистолета. Задолбали уже. Могут. Слушайте, я вам еще... Я не понимаю, что за... Просто что за фигня? 19-й год. Да what the fuck. Понятно. Понял. What the fuck? Are you kidding me? Я пишу на английском, всегда почему-то меня считают английским. Я не английский, я потому что выучил английский. Ой, это факт, что это за... Калет. Понятно. Ты чё, если вы не видели мои фото? Вот они. Это типа Ицаруи. Это Ицаруи, кстати. Да, это Ицаруи. Вот написано даже. У меня слава курсор почему-то. О май гад. Вот так. Что она делает? Что она делает? Что? Кто-то делает.
Уву. Among Us. Окей, это можно и заскринить? Вот окей, вот, вот. Что я могу заскринить? Могу заскринить, что у меня было 8 убийств, но я не заскринил. Ок, я заскриню вот это. Ой. Все нормально? Как у меня запись-то идет? Ну сколько у запись идет? Я не вижу. Сколько? Вы видите? Вот так. Сколько она идет? Сколько она идет? Да сколько? Я не понимаю! Не понимаю. Мама, всем пока. Чего мама сказала? Я не знаю, сколько нас ведет. Да я не вижу, я говорю. Мама, всем пока. Вторая часть рифла.